Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Нашел двухкомнатную квартиру 1 плюс 1 на первой береговой линии. Это квартира для тех, кто ищет именно на первой линии моря. Она просторная. Сейчас я спущусь на средний этаж проекта. Проект был сдан в 2016 году в эксплуатацию. Центр Махмутлара, круг. Тут банкоматы, там башня часов, вот в том части. Вот такой проект. Стоит она из двух блоков. Это второй блок, я нахожусь в первом блоке. Есть вся инфраструктура, открытый бассейн, детская игровая площадка, мини-бар, ухоженный сад, сауна, открытый бассейн, фитнес. И вот такая открытая терраса на крыше. Я спущусь и все вам покажу. Я хочу показать эту террасу. Вид на всю Аланию с террасы. Для общего пользования эта терраса у нас. Можете подниматься сюда, взять переносной гриль, пожарить шашлыки, кайфануть, отдохнуть, но не прыгать отсюда вниз. Так. Вот, дорогие зрители, ляпота, да? Красота. О. Ой. Я редко снимаю первую береговую линию. Был запрос 1 плюс 1 у моря. По очень хорошей цене. Я его нашел. Здесь у нас фонтанчик, его исправят. Здесь будет все работать. Тут будет фитнес и ресторанчик. Откуда мы вошли? Здесь сюда. Так, здесь санузлы. Вот. Угу. Здесь закрыто. Два лифта. Айда, здесь 200 лир. Как лифт поднимется. Здесь лестничная площадка. Нахожусь на 12 этаже этого проекта. Такой лифт. Вместим 6 человек каждый лифт. Вот. Это средний этаж. Так, на этаже у нас 2, 3, 4 квартир. Вот эта квартира. Такие вот интересные двери. Оп. И сразу гостиная комната, без прихожей. Зашли, сразу сели в диван и поели то, что приготовили. Закроем двери. Так, у нас здесь гранитная раковина, моечка такая. Фирма Dominox. Так, шкафчики. Все с доводчиками. Вот такой интересный потолок с узорами. Вот такая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Кондиционер 18000 БТУ фирмы Vestel. Здесь у нас спальня. Тоже не маленькая, как минимум 13-14 квадратных метров. Тоже кондиционер Vestel новенький. Тут никто не жил. Такой люкс тоже интересный. Шума никакого нету. Здесь просто окно открыто. Надо его доделать, там закрыть. Так. Такие двери с узорами. Щит сюда установлен. Просторный санузел. Вот такая интересная раковина, тоже стеклянная. Душевая кабинка золоченая. Золото, молото, все есть. Это, короче, зубы моют с ней. То есть, поняли, да? Так, иду дальше. Двери алюминиевые. Термопакет.
открывать в таком. Так, открыли. И, дорогие зрители, ля-ля-ля. Вид на море. Просторный балкон. Можно застеклить. Вот, видите, как застеклили. Вот, сосед тоже застеклил вас. Вот. Море, 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 солнышко, западная сторона. Время съемки 17:07. Сейчас квартиру снимаю. Вот. 17:07. Так. Квадратные метры. Тут жилая площадь 54 квадратных метра. Ага. Сейчас я спущусь вниз и сниму вам инфраструктуру, но пока что я вам давайте скажу сразу цену. Но досмотрите ролик до конца. Но не закрывайте ролик после того, как услышите цену. Там еще крытый бассейн, спа-центр, там все работает, сдана в аренду. И можете пользоваться, заплатить. Они вам массаж сделают. Цена этой квартиры 93 500 евро. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Но ролик не закрывайте, идемте дальше. Дорогие зрители, открою двери, и мы уйдем отсюда. Шли. Дорогие зрители, лифт сразу спускается на этаж минус один. Здесь у нас спа-центр. Вот такие массажные кабинетки. Все работает. Так, здесь у нас хамам. Надеюсь, никого нет там. О, хамам, вода, луна, звезды, все на месте, тепло. Лена, я сейчас там зайду и искупаюсь. Здесь переливалка. Здесь душевые кабинки, здесь сауна, здесь массажная комната. Там пользуются, не буду снимать. И вот видите, в массажной комнате у нас джакузи. Так. Убежал я отсюда. Так. Здесь у нас крытый бассейн. Зонтики, шезлонги, все есть. Вот. Здравствуйте. Это рыба. Выйдем мы. Много люди. Рыба. Так. Здесь у нас вот такой просторный сад. Такие. Так. Здесь у нас качеля любовная для любви. Так. Нарвало. Так, здесь большой просторный бассейн и аквапарк. Так, дорогие зрители, в той стороне под этим зданием у нас супермаркет и вся инфраструктура на улице Барбаросса. Вот там у нас улица Барбаросса, за этим зданием. Все, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Все, с вами был мистер Агасси из солнечной Алании. Жайон Махмуд Лаш.